Еще раз посмотри, левый, то есть ты потянул и взял за кимоно. Не понял, да? Нет. Иди сюда. Вот он тебя держит. Вот взял за кимоно. Ага, левый. Оп. Да. Хорошо. Все, встали. Так, сейчас. Денис Даник пока отдыхает. Пока отдыхает. Денис Даник, уйдите туда. Значит так. Сырба нападает. Должен сделать коронный прием, который он сейчас отрабатывал. Георгий нападает, делает бедро, стопой, заднюю подножку. Пастухов, ты ему даешь захват, ты не срываешь захваты, так же честно. Отдал захват, взял и защищаешься. Защищаешься в основном ногами, туловищем, не руками. Встали. Вы встали. Так, там я задание такое не могу дать, вы оба хорошо боретесь, поэтому вы боретесь. Эй, чемпион, не позорь меня. Пиццу жрать-то вместе будем, если выиграешь. Но сейчас пока еще нет, сейчас просто вы как бы разогреваетесь. Готовы? Значит так, Юрий Александрович, у вас нет часов, да? Рискор, принеси часы, пожалуйста. 7 минут, 7 минут. 7 минут. Можно 8 минут? 3 минуты. Еще раз, по какой борьбе боремся? Какие ближайшие соревнования у Пастухова сам? Это 21 января, то есть в самом конце я принес и повешу там. У вас. Я не могу понимать. Так джиу-джитсу дали на подпись, на подпись. Не подписывают, пока денег нет. Государство что у нас? Выборы были, понимаете? И много денег ушло на выборы. И сейчас они хотят. И все сидят, понимаете, никто не может подписать. Нету парламента, нету правительства. То есть некому подписывать. Вы отборолись. Да, по грэпплингу. Я заплатил за вас, как лицей, деньги. И сейчас буду ждать месяц-два, наверное. Все, приготовились. Внимание. Пожалуйста. Аджин. Сколько минут? Ну, 3 минуты. Посмотрим, как Сырбу сделает коронный бросок. Как Георгий сделает. Показать контрприем можно, но не делают. Это он защищает. Нормально бросил, хорошо. Просто стараешься ему дать немножко поработать. Да, это можно. Переподсечки можно делать. Активно, блин. Как Сергей Брабман, мне кажется, там снялось, я постараюсь выстроить производителя. Не поставить. Ну-ка ты не падай. Как он тебя шматнул, блин. Красавец, да. Андрюха. Вот так ты защищаешь. Как ты там подсекаешь? Ты правда, ты левша подсекаешь правой ногой. Ты левой можешь, да, подсекать цель, зацеп, а правой там наоборот. Дальнюю, ближнюю ногу, чтобы потом на заднюю прийти.
Главное придерживать, чтобы он не ударился. Не ты ему не ударился. Вон, так. Так. Защищаемся, защищаемся. Вытащи его, подержи. Какую руку сверху берет? Постарайся ты не дать такой. Денис, нога болит? Да? Нет. Может, придете покачаетесь дальше? Но. Как думаешь? Еще побаливает. Возьми дальника. Я не знаю, открыто там или нет. Покачайся, да. Чуть-чуть, видишь, разболелось. Надо все-таки ставить вот это. У меня там закрытые ключи я потерял, не могу сдать. Ну где? Дверь. Вот тебе дальник покажет. Блин, ты что не знаешь, что они там висят? Они уже 8 лет висят там. Ай-яй-яй, ногу поставил. Через грудь как-то. Вот, правильно. Молодец, надо еще будет бросить. Ремонт. Мате. А можно оправиться? Можно. Сейчас, до правки. Так, как вы Пастухова нагрузили? Ага. Пастухов берет чучело. Вон он, Артем. Вот сюда, Артем. Ты бросаешь, а ты поднимаешь. Поднимаешь и ставишь. Артем берет и бросает. Сколько? 50? 50. 100. 40. Посмотри. Артем, отойди, Георгий. Чтобы... Раз. Бросок. Поднимай. Хоп. Вот так. Он бросает, ты поднимаешь. Вот. Вот так. Все, приготовились. Все, у него спинка будет работать. Внимание. Итак. Сколько складок у нас? Европа, мир, Олимпийские игры, республика. Итак, республика. По грэпплингу. По грэпплингу? По дзюдо можно? По грэпплингу, да? Давайте по дзюдо, да, Сергей, по дзюдо. По дзюдо! По дзюдо, по Андрею попросил. А есть такие? Готовы? Можно по грэпплингу? А уже он стоит, думает, что... Да ты так... Замочи его, блин. Хорошо кидай, Пастухов. Базари, Мате. Что? Или нет, это сюда через грудь кидают, да? Да, вот сюда. Или нет. Еще. Вот они сейчас 2 минуты отборятся и все.
Хорошо? Сергей Анатольевич, а здесь не было никакой бросок? Я не видел, не могу сказать, Дарин, честно не видел. Тут просто кто-то летел. Хорошо. Так, Георгий, теперь пусть он поднимает. Ты 30 бросков делаешь. Георгий, подними его, оторви от ковра, потом задницу. Ай-яй-яй-яй-яй. Пожалел он руку. Руку, если бы ты держал и разворачивался. Я держал руку. Отпустил. Я знаю, я полегче с ним. Хорошо.
Юрий Александрович, 4 минуты. Готовы? Ха, чемпион тот, кто первый пол сделал, а дальше все равно борется. Если два икона нажмут, то тогда ты чемпион. Я без захвата. Держи. Будешь вперед бросать, держи руку только. Вы готовы? Да.
Значит так, вы, у вас есть 15 минут, набрать надо 50 очков. Эдвин, не кричайте. Да он встать не может. Пусть посидит. Вы готовы? Вы готовы? Аджины. Время засекать? Нет. А, 15 минут засеки. Давай уберем. Вот тут готовы? Да. Кто из вас будет чемпионом мира? Я. Раз.